мною принято решение о проведении специальной военной операции. Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Мы вводим военный стан на всей территории нашей державы. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Без паники, мы сильны, мы готовы до всего, мы всех переможем, бо мы – это Украина. Слава Украине!